Рост цен в магазинах сложно не заметить. Цены поднимаются медленно, но верно. В Калининграде цены на огурцы на прошлой неделе взлетели до 350 рублей за килограмм. Можно встретить и по 400. Почему подскочили цены на разные группы товаров? Удорожание чего еще стоит ожидать? Нам с вами об этом поговорим сегодня с заместителем генерального директора торговой сети «Спар» в Калининграде Алексеем Елаевым. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, с днем всех влюбленных. У нас сегодня есть замечательные акции для вас, можете приобретать конфеты, цветы и прочие подарки. Дайте угадаю, Рафаэлла, наверное, как всегда оригинальный. Не только Рафаэлла, но и много чего необычного. Мы славимся необычными товарами, эксклюзивными на калининградском рынке. Хорошо, а есть предпосылки, что наступит стабильность с ценами на продукты, Алексей? В ближайшее время? Ну, это зависит от того, какие продукты, потому что есть сезон. Как вот вы, например, вы сказали про огурцы, скажите спасибо, что огурцы есть вообще сейчас. Понятно, что кто-то на этом зарабатывает, кто-то, как производители, например, огурцов, это нелегкое время, или, например, импортеры, кто-то вынужден переходить на другие продукты. Есть товары, которые очень сильно зависят от урожайности прошлых годов, есть товары, которые очень сильно зависят от колебаний на мировом рынке. То есть сказать за все продукты, у нас 15 тысяч наименований товаров в торговой сети, сказать вот сразу за все продукты я не могу. Что-то дорожает, что-то дешевеет, как ни странно. К примеру, что дешевеет? Не подскажете? Ну, некоторые разновидности. Круп. По сравнению с прошлым годом растительное масло стало дешевле. Несмотря на то, что на мировом рынке растительное масло подорожало почти на 40%. Поэтому мы должны учитывать, что какие-то есть колебания, которые будут и дальше вот таким вот образом продолжаться. Ну, например, гречку возьмем. Гречка – товар, предельно рискованный в производстве. И поэтому не все хозяйства ее производят. В основном гречкой славится Алтай. Фасуется она в России, есть те, кто в Калининграде фасует гречку. И получается, бывает, что год урожай, год не урожай. Если год урожайный, то все говорят, что гречку никто не покупает. А гречку покупают только, потребляют только в России, ее никуда не вывезешь. Такое отличие, потому что это вот исконный советский товар, как ни странно, до революции гречку практически не ели. В Советском Союзе гречка была деликатесом. Поэтому вот в России потребляют гречку. И поэтому, когда не урожай, гречка дорожает, а все ее начинают выращивать. Потом все ее выращивают, на следующий год фантастический урожай. Все говорят, что никто ее не покупает, гречка дешевеет, ее никто не сажает. Не урожай, гречка дорожает. И так каждый год... Вот она какая неуловимая, эта гречка на самом деле. Почему-то она всегда эталоном считается, по ней мы меряем и то, и другое, и пятое, и десятое. Ну да бог с ней, ладно, с этой гречкой. У нас есть много советских продуктов, по которым мы любим что-то мерить, которые в СССР, они считались какими-то деликатесами, поэтому сейчас они почему-то считаются социально значимыми. Например, колбаса, да, то есть потому что в СССР мяса практически не было, кроме как на колхозных рынках по 4 рубля 50 копеек за килограмм, то есть это почти под 1000. Поэтому была колбаса непонятно из чего. Поэтому цены на колбасу, например, всех волнуют, а цены на мясо, которые если меняются, то особо незначительно, никого не волнуют. Или, например, какие-то шпроты, да, то есть шпроты едят, опять же, только в бывшем Советском Союзе. Это у нас почему-то считается деликатес. В Европейском Союзе они разрешены как локалитеты для латвийского рынка, а так в основном там, ну, мало их едят. Но вот у нас какие-то где-то говорят, что они запрещены, потому что якобы вредны, но из-за того, что процесс копчения используется как такой самый древний механизм для того, чтобы законсервировать продукцию, якобы это вредно. Ну да ладно. Ну сложно сказать, менее. Какой товар вредный, а какой не вредный. Все вопрос в количестве. Если вы будете есть самую элитную продукцию, самую элитную грудку свободного выпаса по 4 килограмма в день, я не уверен, что это будет очень полезно для вашего организма. Самые покупаемые товары на сегодняшний день в сетях – это что? Ой, вопрос очень сложный, потому что если в штуках, то полиэтиленовый пакет. Вот, если в рублях, то понятно, это категории... акционные товары. Это понятно, и акционные товары, ну это если по разновидностям. Это товары...
А в нашей сети это молочка, это фреш, это ультрафреш. Ну, то есть свежие, ультрасвежие товары и фрукты, овощи. Алкоголь, как ни странно, она входит в число лизеров, то, что покупателям нужны, покупатель хочет качественный алкоголь, бакалея, сахар, то есть, ну, конфеты, какие-то цеховская продукция. А какой алкоголь покупают вот сейчас калининградцы? Более дорогой, либо такого вот среднего сегмента, либо низкого ценового уровня? Это зависит от того, какие калининградцы. Вы же понимаете, что больше всего уходит такого или такого? Ведутся какие-то наблюдения? Но наша торговая сеть – это сеть качественных товаров, которая ориентирована на средний класс. Поэтому у нас потребители в основном покупают товары, предназначенные для среднего класса. Продажа, например, водки по минимальной розничной цене у нас ведется, но она носит минимальный характер по сравнению, например, с водкой хороших сортов на спирте Альфа. То есть мы это видим, но мы – это специфическая сеть. Да, мы обеспечиваем товарами десятки тысяч калининградцев ежедневно, но эти десятки тысяч калининградцев принадлежат к среднему классу, к уважаемым слоям общества. А вы согласны с тем, что Спар – одна из самых дорогих сетей в Калининграде? Нет. А почему? Если мы посмотрим KVI, товары индикатора, то мы ниже. Просто мы в своем сегменте обеспечиваем население продуктами питания. Больше регулярных сетей в таком сегменте у нас нет. Наши конкуренты находятся в сегментах для других слоев общества. Поэтому у нас представлены товары, качественные в том числе, какие-то иностранные товары, товары более высокого ценового сегмента. Поэтому покупатели, которые видят помимо там какого-нибудь растительного масла по акционной цене, также хорошие сорта оливкового масла первого отжима по хорошим ценам, они предполагают, что в сети недешево. На самом деле у нас дешевле, чем у конкурентов, если сравнивать товары, ну, штрих-код в штрих-код. Просто у нас есть товары для обеспеченных слоев вот населения. Они так отсвечивают, поэтому кажется. Ну, естественно, вы пришли в магазин, если у вас будет три сорта какой-то фигни, вам покажется, что это все дешево. А помимо... Если ассортимент будет больше. Если ассортимент будет и ценовая политика больше, и вы увидите товары более дорогие, вам покажется, что магазин может быть более дорогой. На самом деле, это магазин более дешевый, просто ориентирован в том числе на те, кому очень важно качество товара, а не просто цена и калории. Хорошо, наглядно объяснили. А можете ли вы сказать, что сейчас калининградцы стали переходить на более дешевые продукты? Товары, это связано с изменением потребления, потому что мы видим повышение мировых цен, мы видим повышение российских цен, оптовых на товары. Понятно, мы не можем транслировать все повышение наценки поставщиком, потому что тогда это будет уже недоступно для массовых слоев населения. Но мы видим тенденцию замены одних видов продуктов другими. Нам это не нравится, потому что мы работали на чуть-чуть другом сегменте потребителя. Мы обеспечили население более качественными товарами. Поэтому мы вынуждены переходить в более массовый сегмент по основной матрице товаров. Мы вынуждены закупать товары, которые мы раньше меньше закупали. Товары первой цены, товары низкого ценового сегмента, потому что мы видим общую тенденцию, во-первых, увеличение стоимости товаров и в итоге снижение количества товаров, приобретаемых населением при неизменной сумме затрат, которые они тратят. То есть, например, потому что доходы населения не растут, в реальном эквиваленте они снижаются. Затраты населения постоянные на проезд, на бензин, на коммуналку, они растут. Закредитованность у нас очень большая, ставки растут по кредитам. И поэтому граждане, к сожалению, вынуждены экономить на продуктах. Но мы видим, что наши потребители пытаются купить меньше продуктов, но качественных. Но также есть тенденция к приобретению продуктов другого сегмента. К сожалению, мы это видим, мы анализируем покупки по бонусным картам, чтобы лучше соответствовать запросу потребителей, и мы вынуждены работать уже и с этим сегментом тоже, хоть это прискорбно об этом сообщать. А вы не замечаете, что происходит вот такой отток покупателей из ваших магазинов в более дешевые, так сказать, какие-то сегменты?
Наши покупатели, как правило, от нас не уходят. Потому что... Потому что есть сети, которые более дешевые, есть прям вообще парадоксально дешевые сети, да? Вот. Ну, не пей козленочком станешь, что называется, я да? Я тоже поддерживаю, кстати, вот эту идею, потому конечно. Потому что мы с вами относимся к тому сегменту потребления, который лучше купит лучше купит маленькую шоколадку, угу. чем большую, но непонятно из чего. Алексей, есть потребители, для которых крайне важна цена. Мы не можем их ни в коем случае осуждать, конечно, потому что это их потребление. Они пытаются хоть как-то накормить семью. Мы должны уважать их выбор. Но мы пытаемся работать в их сегменте, ну, хоть со сколь-либо качественными товарами. Потому что мы знаем, какие товары качественные, а какие не пей козленочком станешь. Алексей, вы очень искусно, как обычно, ювелирно и филигранно, собственно, ответили мне на вопрос о том, что же будет дальше с ценами на продукты. Не только в магазине «Экспар», а во всех остальных местах, разумеется. Как вам кажется, подобные тенденции, да, которые, разумеется, происходят, они как-то отражаются на протестных настроениях вообще у россиян? У нас же есть такие примеры, да? Ну, и... не в нашей стране, конечно, вот совсем недавно обсуждали. Перешли к политике, да? Совсем чуть-чуть. А вот, но я не осуществляю замер протестных настроений у россиян, но, как правило, нет взаимозависимости между снижением уровня жизни и протестными настроениями, потому что когда у людей, если этот уровень жизни не снижается до критически низкого уровня, ну, это я уже говорю скорее как специалист в области государственного управления, а не как представитель торговой сети. Поэтому это таких тенденций, их, как правило, не бывает. Массовые протесты происходят в других случаях, я вам про это более подробно расскажут социологи, социальные антропологи. То есть мы видим, то есть можно наблюдать определенное недовольство, но это недовольство, как правило, выражается либо в снижении потребления, либо в поиске других способов заработка, либо в протестном голосовании определенного уровня. Но между человеком, который кормит свою семью, и между человеком, который жжет покрышки, разница, не могу сказать, что культурная, разница порой даже физиологическая. У нас в гостях сегодня заместитель генерального директора торговой сети «Спар» Алексей Елаев. Добрый день. Да, кстати, еще раз, да. Здравствуйте, коллеги. С праздником, с Днем всех влюбленных. Приобретайте шоколадки в нашей сети. Что, я зря пришел? Хорошая реклама. Надо что-то хорошее рассказать гражданам, да. Дельно бы что-то прорекламировали. Что ж там шоколадки-то? Шоколадки – это вкусно. Если это хороший шоколад, если это нормальные какао-бобы, то даже небольшая шоколадка – это гораздо вкуснее, чем большой брикет чего-нибудь подслащенного с пальмовым маслом, что мы можем увидеть там у конкурента. Поэтому порой, вот, например, у нас есть такая линейка «Спар Natural», там, да, она не дешевая, но это очень вкусно, и это очень, очень полезно. Акционные товары много приносят прибыли, либо они для того, чтобы ты зашел и попутно с ними зацепил еще какие-то? Да, вы ответили на свой вопрос. Акционные товары для того и нужны. Акционные товары бывают... Ну, акция когда проводится? При выводе товара на полку она проводится, чтобы вы ознакомились с товаром. Понятно, бывает при выводе... Еще была возможность с ней познакомиться по достаточно привлекательной цене. Это раз, да? Да. Вот, ну, это теория, если мы возьмем торговлю. При выводе для поддержания спроса на другие товары. Да, три варианта. Поэтому акции, они в торговых сетях будут всегда. Понятно, что мы обеспечиваем как базово низкие цены на ассортимент, так и акционные цены, чтобы привлечь внимание к товарам этого сегмента. И, несомненно, есть люди, которые покупают везде только по акции. Ну, мы можем только уважать их выбор, это нормальное явление, вот, но... акции нужны, как правило, для привлечения внимания, а мы на них не зарабатываем. Абсолютно. То есть акция, акционная цена, это вот та самая голая цена, за которую покупает, так сказать, сеть, да? Ну, как это ее понимать? Не принято у нас комментировать ни цены, ни наценки, но очень часто так и происходит. Они нужны для привлечения внимания к другим видам товаров. Так называемые товары первой цены и так далее. Но это... Ну, в любом учебнике по розничной торговле вы это найдете. А главное это, чтобы потребитель любил ходить в этот магазин.
так как мы работаем в том сегменте, который вот качественный сегмент, хороший сегмент, то мы должны обеспечивать как красивую выкладку, красивое освещение, нормальный товар, хорошего качества, большой ассортиментный ряд, потому что вы должны там иметь выбор, там 15 тысяч наименований, ни у кого такого ассортимента нет в Калининграде. Большой ассортиментный ряд, обеспечивать, опять же, чистоту, сервис, обслуживание и так далее и тому подобное. Естественно, все это не бесплатно, но это позволяет людям получить наилучший сервис. Вообще, торговля — это про сервис, потому что если бы это не был сервис, вы бы ездили картошку покупать с поля в мешке, сами при этом копая. Все остальное — это сервис. Естественно, что этот сервис порой бывает дешев, порой бывает дорог, но он не может быть бесплатен. А за счет этого мы живем, мы поддерживаем. Да, с этим сложно не согласиться, потому что сервис — это бесплатное удовольствие. Конечно, нет. Товары местных производителей — это по поводу 15 тысяч вот этих вот наименований. Товары местных производителей на полках. Вот каковы тенденции? Их становится больше, меньше? И можете пока назвать какие-то успешные примеры? Их постепенно становится больше. Ну и как за счет того, что местные производители покупают новое оборудование, расширяют производство, осваивают новые технологии. То есть у нас уже есть и сыры местные, ну понятно, вся молочка местная, причем местная конкурентная. Есть регионы, где есть условно один молокозавод. Вот, все, почти все яйцо местное, все фрукты, овощи, значительное количество местных. В том числе, например, круглогодично огурцы, помидоры. Да, они порой не дешевые, но они есть. Какие-то уже, ну, понятно, какие-то кондитерка, мясо-колбасная продукция. Там. Поэтому мы можем взять, начиная от Залесского фермера, заканчивая люблинскими продуктами. Это товары, которые, они относятся в обычном мире, они бы относились к премиальному сегменту. Но за счет того, что мы находимся в предельно конкурентной небольшой области, они здесь у нас относятся к среднему сегменту товаров и продаются по средним ценам. Это какие такие, еще расскажите? Например, Залесский фермер. Uh-huh. Он представлен, если мне не изменяет память, то ли во Вкусвилле, то ли в Азбуке Вкуса. То есть там, за пределами Калининградской области, uh-huh. это премиальный товар. Да, там, там люблинские продукты, на которые порой мясо требуется больше, чем этот продукт весит. В остаток остальное идет. Отдельные виды, ну там, я понимаю, понятно, что там, ну, яйцо наше и так далее. Вот, сыры, да, у нас относятся тоже к премиальному сегменту, просто там они, в остальной России, они продаются уже в более дорогих сетях, а в более дешевых сетях, то есть если вы пойдете в какую-то там массовую сеть где-нибудь там в Воронеже, вы ужаснетесь тем товаром, вы здесь обычно на них внимания не обращаете, а там это массовый сегмент или сегмент средний. А у нас средний сегмент — это то, что там высокий сегмент. Это хорошо, это конкуренция. Алексей, скажите, больше ли калининградцы стали покупать алкогольной продукции? Вопрос сложный. Конечно. Вопрос сложный, потому что когда начали бороться с нелегальной торговлей, mm-hmm. у нас чуть ли не в два раза вырос оборот. Не у нас, а вообще в Калининградской mm-hmm. области по алкогольной продукции. Но мы видим снижение смертности. Значит, не потому, что меньше пьют. Да, не потому, что больше пьют, а потому, что просто меньше черного рынка. Понятно, что у нас мы видим общую генеральную тенденцию на снижение потребления алкогольной продукции, но это связано с увеличением здорового образа жизни в обществе, с альтернативным досугом, со снижением потребления. То есть если вы раньше, вот, например, раньше, ну, лет 10 назад вы приходите в компанию, все пьют и курят. Сейчас вы приходите, если кто-то курит, это уже прям вообще прям нонсенс, да, а выпивают единицы, и то там что-нибудь по мелочи, там, корпоративы и так далее. А базовая тенденция на снижение потребления алкоголя, она есть. Это хорошо. И если мы видим количество литров на душу населения, то если раньше мы были впереди планеты всей, то сейчас мы уже где-то там, я не могу сказать, что на уровне Зимбабве, где статистики никакой нет, но на уровне развитых передовых стран, чуть ли не на уровне скандинавских стран, и это большой плюс. Мы меньше начали пить, слава богу. Ну, тут сложно не согласиться, тем не менее. Хотя, ну, смотря куда смотреть, ведь красота в глазах смотрящего. Алкоголь с 9 до 11. Как долго еще продлится действие вот этих вот условий? На сегодняшний день есть ли какие-то разговоры, задумки, какие-то заброшенные удочки, чтобы отменить, ну, хоть как-то, этот режим?
Несомненно, потому что изначально, когда это вводилось, это было абсолютно неконкурентное явление, потому что мы, видимо, вообще пить никак не ограничивали. Розницу поджали. И в итоге даже губернатор Калининградской области был вынужден обратить внимание на то, что общепит, эти наливайки есть в каждом доме, непонятные, вот, а нормальных розничных магазинов уже не осталось. В новостройках. Почему? Потому что к наливайкам нет ограничения по времени торговли, к наливайкам нет ограничения... Там ты и не знаешь, в принципе, что ты покупаешь. Нет ограничения по площади торгового зала. А минимальный магазин, например, 50 метров торговый зал. А вы ограничены по... Вы должны иметь складские помещения, там кучу всего остального. Поэтому необходимо, естественно... Нет ограничений по времени торговли. Поэтому, естественно, необходимо в целях борьбы с черным рынком, борьбы с алкоголизации общества, дальнейшей борьбы с алкоголизацией общества, необходимо, во-первых, расширить время торговли для розницы и ограничить наливайки в пределах хотя бы установленных законом. Сейчас над этим ведется большая законопроектная работа. Мы, несомненно, поддерживаем губернатора Калининградской области, который предлагает выровнять позиции на рынке, и мы согласны, и мы поддерживаем. Но окончательное слово будет, несомненно, за парламентом, потому что областная дума по закону должна решать этот вопрос. Как вам кажется, когда это может произойти? Не знаю. Я надеюсь, что это будет в этом году, потому что все-таки под выборы у нас любят оперативно принимать законы. Если это будет закон под выборы, то это будет хороший закон под выборы, который, несомненно, поддержит население Калининградской области. Ну, даже не знаю, как подытожить. Вот на такой замечательной ноте, на такой позитивной ноте, или как правильно сказать. Тем не менее, мы будем прощаться с Алексеем Елаевым. У нас в гостях сегодня был заместитель генерального директора торговой сети «Спар» в Калининграде. Спасибо, что пришли. Спасибо, коллеги. Еще раз с праздником.